Приветствую вас, дорогие друзья! Это безумно вкусный рецепт баклажанов. Диетический ПП-рецепт без жарки на сковороде. Без лишнего жира и вреда для фигуры. Используй для здоровья. Для рецепта нам понадобится один баклажан. Режем его на мелкие кусочки, примерно сантиметр на сантиметр. Ничего не вымачиваем в воде. Солим. Добавляем оливковое масло и кукурузный крахмал. Примерно 1-2 столовых ложки. Добавляю специи. У меня смесь сушеного чеснока и паприки. Отправляю в аэрогриль примерно на 180 градусов на 15 минут. Ориентируйтесь на свой аэрогриль, он может готовить быстрее. В середине времени перемешиваем баклажаны. Баклажаны получаются очень вкусные, запеченные. Это отличное дополнение к любому блюду, например, к картофельному пюре или овощному салату из свежих томатов и огурцов. Попробуйте, баклажаны получаются вкусные, совсем не горькие, а бутерброд с такими баклажанами отлично дополнит ваш обед или ужин. И второй рецепт, который я очень часто готовлю, это нежная, пористая, воздушная запеканка с ягодами. Нам понадобится 180 грамм творога, щепотка ванили, столовая ложка сахарозаменителя или сахара, столовая ложка муки, одно яйцо и 1 столовая ложка сметаны. Все перемешиваем. Если творог зернистый, измельчаем блендером. Берем бумажные формочки, порционно раскладываем в каждую формочку запеканки, заполняя не более чем на 2/3. Далее берем любые ягоды, вишню, малину, смородину, можно замороженные. И в каждую запеканку утапливаем в серединку ягоды. Отправляю запеканки в аэрогриль, выбираю температуру 160 градусов 20 минут. Получается обалденная красота, всем приятного аппетита, попробуйте эти два рецепта. Никакой возни, готовятся быстро, а самое главное вкусно и полезно.